Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют специалисты Роспотребнадзора на территории Приангарии. Сегодня на пресс-конференции в областном центре эпидемиологи сообщили о подготовке к осенне-зимнему сезону. Лечебные учреждения и аптечные сети запасаются лекарствами и защитными средствами. Уже сейчас, с началом учебного года, врачи фиксируют небольшой рост заболеваемости и опасаются распространения инфекции. По информации вирусологов, штаммы гриппа сохраняли активность до июня 2016 года. У нас, как всегда, циркулируют штаммы вируса гриппа не только H1N1, который относится к группе А, но также есть еще такой штамм H3N2. Он тоже, значит, циркулировал совместно с, значит, вот этим вот бывшим пандемическим штаммом и тоже вызывал заболеваемость гриппом. И затем у нас на смену вот этим штаммом пришел вирус гриппа Б. Эффективным методом борьбы с эпидемией вирусологи по-прежнему считают своевременную вакцинацию. По данным медиков, за минувшую зиму из всего числа привитых пациентов грипп был диагностирован только у троих. Они переболели в легкой форме.